В общем, зашла сегодня после работы в салон Мегафон. Там нужно было по делам, в общем. Оформляли нас долго, оформляли. Заходит женщина, стоит, ждет. В руках две купюры. Я спрашиваю: женщина, вам что, на счет положить надо? Он говорит: ну да. Говорю: давайте я вам положу, говорю, на счет. А как это? Я говорю: через приложение Сбербанк. А что, так можно? Я говорю: конечно, можно. Вы мне наличку дадите, а я вам со своей карты положу на счет. Ой, нет, я так не хочу. Я лучше подожду. В общем, ждала эта женщина еще полчаса. Ходила, подходила к консультанту. Он ее, естественно, отправлял, потому что занимался нашими делами. В итоге она дождалась и ушла. Вот и скажите мне, пожалуйста, люди настолько стали не доверять друг другу, либо они такие несовременные. Так хочется, чтобы люди доверяли друг другу. Ведь это так просто.